я даже помню тот сезон, когда он играл за Norfolk Admirals в клубе Тампы. Бросок будет? Нет! И сейчас коснулся шайбы Сэнфорд. Вот последнее добивание. Мне показалось, что коснулся. И перелетела шайба в ворот. Еще один бросок. Гол! И на этот раз на добивании удалось распечатать Кёртиса Сэнфорда. 65 сухих минут в Праге. Первый период матча в Братиславе. Вот во втором периоде пропускает Кёртис Сэнфорд. Что становится 1-2. Вау! И гола мы уже увидим. Еще раз смотрим. Вот первый бросок. И добивание. И отличается Мирослав Шатан. Поздравляю Мирослава Шатана. Это первый гол в нынешнем сезоне. Во втором его матче после вот этого возвращения.